Вы знали, что первым динамическим изображением был двухсекундный ролик с фотографией чернокожего наездника? И этим наездником был мой пра-пра-прадед. Началось. Именно с него все и началось. Поэтому Хейвард — единственное ранчо в Голливуде, принадлежащее афроамериканцам. С тех пор, как изображение ожило на экране, мы остаемся в седле. Чудо? Что это? Разве есть такой термин?